Ваше здоровье, дорогие телезрители. Священная, чистая, оздоравливающая вода. Просто на часах уже 12 дня, и надо попить воды. И записать мой видеоблог специально для тебя, мой дорогой телезритель. Смотри, как я по-праздничному одет. Какая у меня обстановочка здесь театральная. Специально все для тебя. Вот. И мы начинаем и продолжаем. Еще я хочу сказать, что я побрызгался своими любимыми духами, одеколоном. Поэтому, ох, ты уж мне поверь. Сегодня у нас тема какая? Я же через два месяца грандиозные, кардинальные изменения получу в своей жизни. А как это получится? С помощью методов, выписанных в книге «Экстремальный тайм-менеджмент». Я их буду внедрять в реальную жизнь, в слегка нереальную, потому как ты же смотришь за мной, как за главным героем сериала, поэтому вот я буду внедрять те методы, которые были описаны в книге «Экстремальный тайм-менеджмент» для своего главного героя в своем сериале. А кто у нас главный герой? Это я. А о чем у нас сериал? Про мою жизнь. Так вот. Домашнее задание написано в книге, и теперь я его беру как бы вот себе в сюжет. Составь список вещей, которые крадут твою энергию. От них надо избавиться или минимизировать. Завтра сделай 3 действия по уменьшению этих вещей. Я уже написал 3 действия надо будет сделать, а я написал список из 10 вещей, которые крадут мне энергию. Вторая часть домашнего задания. Составь список того, что придает тебе энергию. Список. Каждый день делай что-нибудь из этого списка, чтобы увеличить энергию. У меня тоже есть список на 10 вещей, которые крадут у меня энергию. Забирают. Вот. Один день в неделю спи без будильника. Как звучит, спи без будильника? Пока не проснешься сам. Вот сегодня был понедельник, сегодня я именно так и сделал. Проснулся в 6:30, сам, без будильника. Отключил будильник, правда, вчера такой уставший был, упал и спал. Я днем, короче, заснул еще, ну как днем, уже ближе к вечеру, часиков 6, может быть, 7, не помню. Лег там что-то на кроватку, ребенок ползал рядом, женой что-то они там игрались. Я читал книжечку с телефончика, потом телефончик положил и так... Сладенько заснул, прям очень. Проспал, потом уже, говорит, ну все, поспал и спать пора. Встал и лег спать. Вот. И сегодня еще и без будильника проснулся. Вообще выспался. Вот так вот рекомендую. Один день недели, это было третье задание. Третья часть домашнего задания. Короче, в списке домашних заданий пункт третий. Один день в неделю спи без будильника, пока не проснешься сам. Выполнено. Расслабься на природе. Нет, еще не придумал, что бы такого сделать. У меня, правда, запланирован завтра день такой, с некоторыми медитативными техниками. Может, на природе это сделать? В общем, подумаем, вряд ли. Комфортнее будет дома. Пятое. Прыгни с парашютом или сделай что-нибудь экстремальное и непривычное. Ого! Смотри, не, ну это же понимаю, это же не на неделю мне как бы задание, как бы вот просто надо в список внести. Блин, ну что-нибудь экстремальное, вот то, от чего у меня тестикулы сейчас поджимаются и так как бы сворачивается кожа вокруг них, то это прыгнуть с моста, вот этот бейджампинг. Такая штучка, экстремальная, да. А, можно непривычная, можно как бы... Не обязательно экстремальная, а можно просто непривычная. Блин, непривычная. Да что можно? Можно с природой совместить. Это будет не то. Короче, ладно, это мы напишем, прыгнуть с этой штукой, короче. Ну, когда это сделать, не знаю. Шестое. Начни изучать интересный тебе иностранный язык. Да, делаю английский с помощью приложения для телефона Duolingo. Блин, правда, вчера я про английский совсем забыл. Зато выспался. И что? И у меня 19-й день должен был быть вчера, как я подряд все делаю, и все сгорело, и сегодня, короче, все заново, опять день первый. Но я уже сделал первый день. Вот.
То есть, два списка, сейчас я вам их зачитаю. А давайте я не буду зачитывать. Я знаю, что сделаю. Ну, что вам, типа, зачитывать еще? Сейчас видео уже и так 5 минут. Я сейчас напишу их текстово и закину на бложек. Я веду на блокчейне блок. Блокчейн для того, чтобы мои вот эти письмена, рукописи не горят. Вот, чтобы наверняка я в блокчейн пишу. Вот, и там я их эти два списка опубликую. Вот кто захочет посмотреть, пожалуйста, вообще будет. И там один как бы так галочку поставил, чтобы вслух его не произносить. Я думал, буду видео снимать. А сейчас я как бы завертел немножечко сюжет иначе. Вот. Даже его я туда включу, будет вообще без этих. Скажите. Скажите, я скажу, да, такие погорки есть. Ну, вообще будет без всяких галочек. Вот все, что есть там в этих списках. То есть два списка. Первое, что мне крадет энергию. Первое, что меня наполняет энергией. Вот какие действия, ну, вот вообще. Два списка, 10 там и 10 тут. Все это будет на блоге «Голос». Вот, давайте еще пройдемся. Что меня тут ждет? Так, два этих списка. А, надо. И я напишу, какие вещи я избавлюсь или буду минимизировать. И там, а там, где наполняет меня энергия, что я буду каждый день делать из этого списка. Во. Так, один день без будильника. У меня будет понедельник, все, договорились. Расслабиться на природе. Да надо поехать с ребенком. О, это мне тут 3D принтер печатал еду. Готово. С ребенком поехать, короче, куда-то на природу. Взять палатки. С кумом может сделать. А, че, кумец. Погнали. Я знаю, ты смотришь. Погнали на природу. С костром, с палатками, короче. Блин. Короче, надо подумать. С Тихоном. Вух. О. Расслабься на природе. Так, прыгни с парашютом. Это я ставлю, как бы, окей, прыгаем с моста, но как бы... Завтра. Завтра. И надо день придумать. Слушай, ну чтобы я не отлаживал, надо знать, что вот я там 17 ноября прыгну, короче, с этой штукой. 17 ноября. Что я сказал туда, то не знаю. Ну посмотрим, что можно. И начни изучать иностранный язык. Готово. Изучаю иностранный язык. Вот. Как бы послушал. До конца даже дослушал. 7 минут не просто так это посмотреть до конца. Значит, понравилось. Ну, значит, лайк поставь, комментарий напиши. И айда смотреть на блог «Голос», что я там за списочки написал. Вот такие дела. Если там ты комментировать не можешь, то возвращайся сюда и комментируй здесь, что можешь сказать по этому поводу. Но, наверное, это слишком сложно для тебя, правда? Это надо два раза кликнуть, короче, что, на ссылку туда, потом обратно вернуться, написать что-то. Лайк поставить проще, ставь лайк, короче. А вот комментировать это только вот для тех, кто силен духом и телом.